пока мы гуляли, подъехала еще одна машина и уже третья. Три машинки здесь на зимнюю рыбалку. Народ собирается. Ну да, погода-то в принципе хорошая. Почему бы и не попасть? Кто-то да получает удовольствие. По этой дороге мы идем на хутор. Лес сухой. Трава уже вон, или не трава, а листва высохла. Ни луж, ничего нету. Снега нету, ничего нет. Зима была, ну, прошла. 15 февраля. Только тень идет за мной. Желуди под дубом. Мох. И что я заметил, как-то странно, ну вот уже что-то зеленое начинает пробиваться. Оно же не могло остаться с прошлого года. Это уже новая зеленая жизнь пробивается. Вон там, вон травка зелененькая.